месяц, снимая окрестности Стаханова. Цвет степи вот такой сейчас. Трава выгорела. Дождей нет больше 2 месяцев. Да и так в этом году здесь дождями не баловала природа. Степь есть степь, поэтому все в таком состоянии. Трава вся желтая, деревья, правда, деревья уже приспособились, вдоль камышевахи там он зеленеет, да и другие, видно, укоренились. А так поля все имеют желтый цвет, точнее такой выгоревший. Трава сухая. Такая жизнь в степи.